В городе Степногорске в Акмолинской области в ближайшие годы построят новый микрорайон. Первые многоэтажки из 12 запланированных уже возводят, но даже они не решат ситуацию с дефицитом жилья. Для того, чтобы обеспечить квадратными метрами всех нуждающихся, необходимо построить еще 20 домов. Это первый многоэтажный дом за годы независимости, который начали возводить в индустриальном городе. До него в Степногорске новое жилье не строили. Местные власти могли лишь реконструировать заброшенные дома. Многодетная семья Муканова в числе первых получила заветные квадратные метры. 3 года стояли в очереди. Раньше мы арендовали комнатную квартиру за 30 тысяч, пустую, без ничего. Но кухня была маленькая. Здесь, вы как видите, кухня. Наша мечта, большой стол. Дети все сели, поели, они вот так растаскали по комнатам. А так, в принципе, нам нравится квартира. Из 45 квартир в этом доме 30 выдали таким же многодетным семьям. Остальные распределяют между детьми-сиротами. Но в очереди за жильем стоят еще 1500 человек. Чтобы обеспечить всех, в новом микрорайоне по программе «Нурлы Жер» строят сразу 12 многоэтажек. Не только арендное жилье строить, будем и кредитные дома строить, чтобы и населению была возможность приобрести новую квартиру, улучшить свои жилищные условия. Местные власти планируют в год сдавать в эксплуатацию по 2-3 дома. А вместе с этим хотят отремонтировать и заброшенные дома, которые заметно выделяются на городском фоне. Ербул Абишев, Дамир Берекулы, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар 24.